В июне начали, но пока так и не закончили. Речь о реконструкции проспекта Ивана Яковлева в Чебоксарах. Как продвигаются работы сегодня, лично проверил недавно назначенный министр транспорта Владимир Филиппов. К неторопливому движению транспорта, грязи и спецтехники на проспекте Ивана Яковлева чебоксарцы уже привыкли. Реконструкция здесь идет больше 10 месяцев. Впрочем, судя по всему, терпеть осталось недолго. Проект это в пределах суммы на 680 миллионов рублей. На сегодняшний день или на 1 января 2014 года выполнение составляет на 230 миллионов рублей, которые сегодня проплачены, и 206 миллионов из них из республиканского бюджета. Остается порядка еще 450 миллионов рублей. При разговоре вы слышали, что на сегодняшний день практически работы ведутся без остановки. Но здесь в основном два таких больших момента, которые необходимо решить. Это вот перенос газопровода и перенос сетей кабелей связи. Перенос линий связи планируют закончить к 20 числам апреля, газовых труб к середине мая. На сегодняшний день выполнены работы в полном объеме по уширению полотна проезжей части с правой стороны. Продолжается устройство уширения с левой стороны до улицы Престанционной. И после наступления среднесуточных положительных температур приступим к устройству асфальтобетонного покрытия. Кстати, хоть глазу простого обывателя и незаметно, но, отметили эксперты, началось формирование кольца на пересечении проспектов Яковлева и Мира. Подарок горожанам сделают ко Дню Республики. К этому сроку обещают открыть центральную часть пешеходного перехода и прямолинейное движение по проспекту. Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика.